Методика анализа конфликтов ACCP. Краткий обзор. Медиация невозможна без анализа, потому что нельзя разрешить конфликт, не поняв его сути. Процесс урегулирования протекает в сложных, постоянно меняющихся условиях, что требует подробного изучения сути проблемы в ее динамическом развитии. И здесь удобным инструментом может стать методика анализа конфликтов ACCP. Базовый принцип данной модели – распределение информации по четырем корзинам. Участники, содержание, контекст и процесс, с последующим их анализом, на основе которого выстраивается медиация. Это простой и систематизированный инструмент анализа конфликтов, который может адаптироваться к изменениям, происходящим в процессе конфликта и медиации. Система раскладывания по полочкам всех вопросов позволяет учесть все значимые факторы, сохраняя при этом постоянную гибкость в принятии решения. Методика предполагает коллективное участие, что позволяет объединить знания и учесть субъективное представление разных сторон о решении проблемы. Методика применима в любое время, в любом месте. Работа может вестись как с использованием компьютера, так и без него, как в одиночку, так и в группах. Минимальные требования – бумага, ручки и место, достаточное для того, чтобы разложить карточки. ACCP позволяет создать своего рода информационную панель для управления сложным конфликтом, отображающую не только всесторонний обзор ситуации в целом, но и простую конструкцию, позволяющую при желании углубиться в каждую из деталей. Это практический инструмент, помогающий наметить пути к достижению желаемых целей в ходе конфликта. Бесценное подспорье для медиаторов и участников переговоров. За подробной информацией о методике анализа конфликтов ACCP обращайтесь на сайт Master of Advanced Studies ETH Mediation in Peace Processes Program по следующему адресу.